Packet Tracer 10.1.1.4. Здесь у нас CDP протокол. Мы будем с помощью него изучать нашу сеть и заполнять вот этот PDF-файл. А в этом задании это самое важное. Нужно будет заполнить полностью эту таблицу и ответить на вопросы. Я более-менее покажу, как это делать. Ну, таблицу, понятное дело, заполнять за вас не буду. Но я пропишу команды нужные. Но, в общем-то, я думаю, вы и сами смогли бы это сделать, потому что здесь все детально описано. Начнем. Первым делом нам нужно зайти в наш компьютер, так как все мы будем делать с помощью него. Заходим в десктоп, командная строка, и подключаемся через SSH к нашему устройству, которое нам дано. Первым делом мы подключаемся к вот этому IP-адресу. Давайте это и сделаем. Вводим SSH минус L, это не один, это L. Вводим имя пользователя, admin 01. И через пробел IP-адрес устройства, к которому мы подключаемся. 192.168.1.1. И теперь нас просят пароль. Вот он у нас здесь написан. Давайте его скопируем. Копирую и вставляю. Все, мы вошли в наше устройство. Теперь нас просят ввести команду show IP interface brief и show interfaces. Давайте это и сделаем. Я просто скопирую команду, вставлю. Вот у нас первая команда. И вот у нас вторая команда. Здесь нужно будет зажать пробел, пролистать все до самого конца. И теперь изучайте всю эту информацию и заполняйте таблицу. Все как у вас описано. Это очень просто. Давайте теперь подключимся к следующему. Вводим также SSH минус логин. Это не единица, опять же, это буква L. Branch admin. И IP-адрес 209.165.210. Опять же, вводим наш пароль. Он уже другой вроде. Или такой же. Давайте пробуем. Нет. А, это потому что я копировал команду, а так пароль такой же. Вставляем наш пароль и входим в наше устройство. Здесь мы будем пробовать сделать с помощью CDP, изучить нашу сеть. Сначала опять же show interface brief и show interfaces. Опять заполняете все, что можете в таблице. Но дальше давайте проверим, включен ли CDP на этом устройстве. Для этого show CDP пишем. Вставляем. Нет, CDP у нас выключен. Поэтому нам нужно его включить. Входим в конфигурацию, Configure Terminal. Сначала мы его отключим на определенном интерфейсе, который мы не будем изучать. Это сделано для безопасности. Интерфейс S001. На этом интерфейсе мы выключим CDP полностью. No CDP. Enable. Это сделано, чтобы когда мы сейчас включим CDP на всем устройстве, у нас на этом интерфейсе его все равно не было. Теперь просто включаем CDP. CDP run. Включили CDP, и теперь мы можем изучать сеть с помощью команды, например, show CDP neighbors. Скопировать ее можно. Копирую, вставляю. Это нужно делать не в режиме конфигурации. Show CDP neighbors. Вот мы видим нашу информацию. Ну и также команда show CDP neighbors detail. Это более важная команда. Здесь больше информации. Не понял. Секунду. Все, я разобрался. Проблема была в том, что я скопировал команду, и она распознавалась неправильно. Если ее прописать вручную, show CDP neighbors details, мы получим вот эту вот всю информацию. Вы должны ее изучить и заполнять таблицу, отвечать на вопросы и так дальше. Также вы узнаете IP-адрес следующего устройства, то есть соседа этого устройства. Зайдете на него через SSH, то есть мы копируем этот IP, копи, здесь выходим, SSH, минус логин,
вставляем, а нет, имя пользователя админ 01, вставляем IP-адрес и копируем пароль. И также на этом устройстве будем вводить команду showcdp, neighbors, detail и все такое. Будете изучать сеть этим таким образом и заполнять таблицу. Так, но не хочет входить. Все, вошло. Неизвестно какого раза, но вошло. А вот мы подключились к следующему устройству. Оно у нас находится уже здесь. И так мы должны изучить все устройства сети. А на этом все. Вот у нас 10 баллов из 10. Мы сделали все в этом задании. Ну, я показал, как это задание делать. Вы должны его выполнить. На этом все. Пока.